как бороться со своими страхами. А я учебник беру, хрясь его по башке, и мне сразу выставляли из класса. Девочки, хорошее настроение, вот как я считаю, это нормальное состояние человека, это вот норма. Вот и есть такой секрет. Это уже не секрет, делюсь с вами этим секретом. Всем привет, мои хорошие! Ну вот наступило время, и я решила снять для вас видео «Вопросы и ответы». Вопросы вы задавали мне в комментариях, и также вопросы задавали в Инстаграме. И, в общем, на другие вопросы, на все я решила сегодня ответить. Ну, почти на все. Ну что, давайте, наверное, начнем по порядку. Первый вопрос. Хватает ли мне пенсии на жизнь? И, в общем, по сравнению с Москвой, почему-то сравнивают с Москвой. Ну, хоть у нас и цены немножечко пониже, чем в Москве, но все равно пенсии не хватает. Я хочу вам сказать, что пенсия с января у меня 9300. Эта пенсия очень маленькая. Все дорогое, что поделать? Ну, пенсии маловато. Я примерно с пенсии где-то вот 3000, это уже у меня откладывается сразу на коммунальные. Коммунальные, они там то больше, то меньше. Ну, коммунальные я имею в виду и интернет. Интернет домашний, интернет у меня, который в телефоне. В общем, интернет, телефон, все коммунальные услуги, все это я беру в одну общую сумму. И вот где-то около 3000 максимально, это я ориентируюсь на эту. Ну, если так сказать, примерно, вот взять вода, свет, допустим, да, это примерно где-то 500-600 рублей у меня уходит на воду и свет. То есть у меня по счетчикам я плачу, тратится у меня немного воды и света. В общем, в среднем где-то 2-3 куба воды, вот так я расходую. Но не про коммунальные сейчас, в общем-то, речь идет, да. То есть то, что остается, допустим, там 6-7 тысяч остается у меня на жизнь. Вы знаете, если бы тратить только на продукты и только на самые дешевые, может быть, можно было бы протянуть, в общем-то, на эти деньги. Но дело в том, что я некоторые продукты покупаю дешевые, а некоторые, вот, например, колбасные изделия, я беру дорогие, я беру вкусные, хорошие колбасы, например, если я хочу взять колбасу, да. Но этих денег бы хватило, вот только, скажем, если взять, если бы я платила только коммунальные, только за продукты, да. Но, а если вот вдруг понадобится купить одежду, лекарства, какую-то бытовую технику, то, понятное дело, это уже нужны какие-то дополнительные деньги, да. Но последнее время, вот я так примерно подсчитывала, где-то 15 тысяч – это минимум нужен. Это с учетом того, опять-таки, вот я не считаю расходы на, допустим, одежду, на бытовую технику, там, косметика, лекарства. То есть, вот, или лекарство какое-то недорогое, такие, знаете, вот, которые вот, дешевые лекарства. А если вот человек заболел, и нужно много разных лекарств, дорогие, все, это уже другие идут суммы. И понятное дело, что если вдруг что-то нужно будет менять, какую-то крупную бытовую технику, то понятное дело, что нужны будут дополнительные заработки. В общем, пенсии не хватает этой. И, в общем, я вам скажу так, минимум 15, а вот если бы 20 было, и, допустим, из них, скажем так, по 5 откладывать каждый месяц на какие-то дополнительные расходы, если что-то сломалось, починить или что-то купить, вот тогда уже из тех денег бы я бы брала. Ну, скажем так, минимум 20 тысяч, на которые вот один человек прожить может. И, в общем-то, мне хватало, я долгое время жила на сумму 20 тысяч. Вот еще даже когда работала последние 2 года, у меня средняя зарплата была 20 тысяч. Я ни у кого ничего не просила, и мне на все хватало. Я думаю, что я ответила на этот вопрос. Не будем задерживаться, пошли дальше. Вы шили когда-нибудь на машинке швейной? И есть ли у вас машинка? Девочки, машинки у меня нету. На швейной машинке я шила. И я работала швеей на дому, когда дети маленькие были. Кстати говоря, кроссовки тогда еще в трудные 90-е годы. Я шила на швейной машинке дома ночами, пока дети спали, вот как-то пыталась зарабатывать. Ну, а вообще я работала швеей на обувной фабрике. Я шила вообще и в других там цехах, и одежду, и обувь, в общем, все шить я, в принципе, как бы могу. Конечно, я не закройщик, хотя училась на закройщика верхообуви, но
Там-то я не делала лекала, там раскрою уже готовые такие вот были шаблоны. Но шить я могу, в принципе, если нужно, за швейную машинку могу сесть и шить. Правда, уже зрение не такое, уже хуже вижу немножечко. Вот. Но шить, честно говоря, не люблю. Но необходимость заставляла, приходилось шить, и не только шить, и много чего другого еще делать приходилось. Следующий вопрос. Почему перестали показывать, как наводите красоту? Девочки, только что сняла видео, бьюти. Там, где я показываю, как я наношу вот с палетки вот разные тона, там бронзатор, не бронзатор и все такое прочее. Вот и как раз такой эксперимент сделала. Сейчас вот накрашенная, снимаю вам следующее видео. Я думаю, недурно получилось, хотя, конечно, я не профессионал, но, как говорится, для первого раза пойдет. Вот. Ну, а вообще, почему я не снимаю, сейчас реже стала, вообще перестала в последнее время снимать вот эти уходовые бьюти-видео, да, потому что, в принципе, все мои средства находятся здесь, дома, у меня. А к дочке я везу, конечно, косметичку не маленькую, но мне туда идут и уходовые какие-то там что-то, крема, косметика, то, что может мне понадобиться. Вот такая вот косметичка, такая вот сумочка. Но весь уход у меня здесь. Вот если делать чистку лица, пилинг, там маски, все дела, все это здесь. Я, естественно, не могу все это перевозить, потому что косметика это не самая первая необходимость, то, что мне нужно вести. Я и так к дочке, когда еду, я везу ноутбук, я везу сумку там, где у меня все нужно. Я показывала вам сумку, но туда я еще что-нибудь докидываю. Ну и помимо этого еще какие-то там продукты, что-то прикупила, закупила. В общем, короче, я и так с полными сумками вечно туда-сюда. Какую-то одежду там, может быть, поменять, какую-то нужную там взять, ненужную увезти. В общем, мне есть чего таскать помимо этих средств, поэтому я сейчас не снимаю. Такое видео я снимаю только у себя дома, но сейчас у себя дома я бываю очень редко. Вот. И, кстати говоря, сейчас вот собираюсь уже завтра ехать к дочке. Мы собираемся карантин высидеть дома и ребенка в садик не водить. И, в общем, буду там, опять-таки, буду без этих средств. Но ничего, я думаю, времена поменяются. Как только будут времена получше, когда я буду больше проводить времени у себя дома и буду снимать вам и бьюти-видео тоже. Еще такой вопрос, почему дочка и Крис не общаются? Вот почему я этот вопрос вообще озвучила, я вообще даже не хотела его озвучивать. Ну, раз уже задали этот вопрос мне, значит, я вам скажу, девочки, и дочка, и Крис, они взрослые люди. И взрослые люди сами решают, общаться им, не общаться. Вот, допустим, люди поссорились, расстались. Если хоть один человек тянется, допустим, идет на примирение, тогда люди мирятся, продолжают, допустим, дальше, может быть, общаться. Если оба человека не идут на примирение, значит, они не считают нужным это делать, и им, значит, друг без друга, наверное, нормально живется, да? При том, что на этот вопрос дочка, она уже сама устала отвечать в прямых эфирах, в моем присутствии она уже отвечала не один раз на эти вопросы, в общем, уже она устала на эти вопросы отвечать. Она не будет рассказывать вам причину, допустим, почему они, как говорится, разбежались, перестали общаться. Но это их личное дело. Зачем туда лезть, свой нос сувать? Я, например, не собираюсь ни свой нос туда сувать, ни вообще обсуждать кого-либо, кроме меня самой. Вот. Следующий вопрос. Расскажите про вертикальные стиральные машины. Вот такой вот был вопрос. Я когда снимаю что-то про бытовую технику, как бывший консультант бытовой техники знаю я много. Но, девочки, я сейчас вот в это видео не буду ничего такого рассказывать. Единственное, вам скажу. Если вы задаете мне вопрос по какой-то бытовой технике, вы же имеете в виду, я не могу сразу вам дать какой-то конкретный ответ. Мне нужно выявить потребности, мне нужно задать вам кучу вопросов, получить на них ответы, для того, чтобы я могла вам подсказать, что лучше всего вам подойдет. А по поводу вертикальных стиральных машин могу сказать коротко. Это такие же стиральные машины, как и фронтальные, но только загрузка идет сверху. И для чего придумали, в принципе, такой формат стиральных машин? Если у кого-то очень узкое место, эта машина вот 60 на 40, они все идут стандартный размер, высота у них стандартная, как и у этих машин, 85.
Если там где-то очень узкое место, куда вы собрались поставить эту машину, то, допустим, дверца там фронтальная не открывается, ей некуда открываться, то вы загружаете белье через верхний люк. Вот, в принципе, вся разница. Остальные все функции, кнопочки, там какие-то функции, они такие же, как на фронтальных машинах, и также между собой вертикальные отличаются тем, что одни идут попроще, другие идут посложнее, с дисплеем, без дисплея, какие-то дополнительные функции или их нету, оттуда же колеблется цена. И в основном, вот вертикальные машины, в основном, насколько мне известно, в последнее время, они были только импортные, то есть в России они не собирались. Может быть, за последнее время что-то изменилось, так как я уже больше 2 лет не работаю в бытовой технике, и, в общем-то, я не интересуюсь ею без надобности, поэтому вот все, что я могу вам сказать. То есть, да, ну еще в вертикальной машинке можно в любой момент ее остановить, допустим, открыть крышку и доложить туда белье или вытащить белье. Ну, в этом вот есть такая разница. То есть вода не выльется, потому что загрузка сверху. Все, больше ничего о них я сказать не могу. И, в общем-то, поехали дальше. Следующий вопрос. Какие фильмы смотрели и какие понравились? Девочки, вообще пересмотрела много фильмов разных всяких. Да, иной раз, когда делать нечего, я начинаю искать фильмы на Иви, на Ютубе, в общем, в каких-то других еще местах. Бесплатный выбираю. Вот который фильм мне запал в душу, вот из последнего, что я смотрела, это «Со дна вершины». Я этот фильм пересмотрела вместе с дочкой, еще смотрела повторно. И опять у меня слезы наворачивались, и опять я переживала за героев. Но мне нравятся фильмы, во-первых, такие, знаете, вот захватывающие, остросюжетные. Я люблю триллеры, люблю детективы. Но мне нравится, знаете, когда вот фильм такой западет в душу, вот когда там переживаешь вместе с героями, что-то там думаешь, вот, знаете, повод для размышлений какой-то фильм дает. И дает фильм, если повод задуматься, например, о жизни там, да, вообще вот о себе, об окружающем мире, в общем. Ну, вот какие-то такие фильмы. Ну, все, которые уже рейтинговые фильмы, я хочу сказать, пересмотрела все. Вот ищу, периодически ищу какой-нибудь новый фильм, который хотелось бы посмотреть. Ну, пока что нового ничего вам сказать не смогу. Вот все рейтинговые фильмы я пересмотрела на Иви. Ну, в общем, на Ютубе иногда что-то свежее кто-то подкидывает, иногда я там что-нибудь просматриваю. Но не все меня цепляет. Если меня фильм первые 20 минут не зацепил, то я его выключаю и ищу другой. Вот так. Как вы на глаз определяете онлайн вещи? Все сидит на вас, как будто сшито на вас. Ну, я, во-первых, беру в основном трикотаж. Но трикотаж я знаю точно, вот мне комфортно в 52-м размере. Да? Где-то, может быть, у меня 50-й. Но я не люблю, чтобы вещи были в обтяжку. Тем более, вот трикотаж – это вот такие вещи, которые я ношу дома, там под одежду одеваю на выход куда-то. И я не люблю вещи в обтяжку. Ну, при том, что у меня не идеальная фигура, да, у меня тут животик, там талия немножко заплыла. Вот. Поэтому я люблю, чтобы вещи, они там были вот как-то немножко прямые, ну, чтобы они не обтягивали, да. Поэтому, ну, вот я беру 52-й размер, я определила, что в этом размере мне комфортно. Как они на мне сидят, как по мне сшиты, вот не знаю, не знаю. Но вообще стараюсь выбирать вещи, которые тянутся. Даже вот я брала недавно джинсы, я снимала в магазине, в универмаге, также мерила-мерила все. Но вот я люблю, когда вещи немного тянутся, вот, чтобы они не были прям в обтяжку. Если ткань какая-то не тянущаяся, и мне уже будет в ней некомфортно. В общем, немножко такие чуть-чуть свободные люблю носить вещи. Вот так. Следующий вопрос. Вы всегда на позитиве. Как удается сохранять себя в хорошем настроении? Девочки, хорошее настроение, вот как я считаю, это нормальное состояние человека. Это вот норма. Вот в хорошем настроении люди должны пребывать все. Вот я так считаю. А если вам кто-то настроение испортил, там кто-то подгадил, кто-то там, не знаю, обидел, оскорбил или еще что-то. Я, конечно, как и любой другой живой человек, я могу также огорчиться, я могу там, ну, опечалиться где-то как-то. То есть вот такие термины я привожу, да, огорчиться, опечалиться. Но не допускаю я к себе гнев, ненависть.
ярость, это вообще, это такие вещи, которые разрушают человека вообще вот изнутри, честно говоря, от этого страдает сам человек, который испытывает вот такие чувства, как вот ярость, ненависть, гнев, злость, вот это все. Это нужно все убирать, это нужно вообще сразу избавляться от этого. И как только я чувствую, что во мне начинает что-то там вскипать, вот что-то, какая-то злость, да, кто-то комментарий нехороший написал, или кто-то там словечко какое-нибудь там сказал, там, может, в магазине в какой-то очереди или еще что. Я стараюсь в себе это все погасить прям сразу на корню. Но я сразу, вот, так как я это понимаю, что это ненужные вещи, от которых нужно сразу-сразу избавляться, да, то есть обиды я никогда ни на кого не держу. То есть, если меня кто-то обидел, ну, я говорю так, отпускаю, я про себя это говорю, отпускаю тебя, иди с Богом, все. Там, Бог тебе судья. Ну, так вот внутри скажу, и все, допустим. Я отпустила человека, и как можно быстрее нужно это забыть, избавиться от этого. Освободить место нужно для хороших эмоций. А хорошие нужно в себе беречь и держать, и можно ими делиться с другими людьми, и тогда все будет у вас хорошо. Кстати, еще один вопрос. Здесь есть секрет молодости. Почему, допустим, сейчас я найду этот вопрос. Почему вы так молодо выглядите? Расскажите свои секреты. Вот, кстати говоря, то, что я сейчас вам говорю, это и есть ответ на этот вопрос. Для того, чтобы выглядеть молодо, нужно беречь в себе хорошие эмоции, нужно почаще улыбаться, пребывать в хорошем настроении, и это сохранит вам молодость. Будете хорошо выглядеть. Вот и есть такой секрет. Это уже не секрет, делюсь с вами этим секретом. Поэтому иногда, когда я вворачиваю какие-нибудь словечки, там, какие-нибудь крантики у меня отшлёпала, там, например, и отбивные, или еще там что-нибудь ляпну, вы знаете, я всю жизнь собирала какие-нибудь такие словечки. И я эти словечки люблю употреблять. Если кто-то там вот такой очень серьезный и очень правильный, меня пытается поправить, что я неправильно там словечко какое-то сказала. Ну, вот считайте, что я это сделала специально. Я делаю это специально. Для того, чтобы это было мне весело, и, может быть, кому-то еще тоже будет от этого весело. Вот таким вот образом развлекаюсь я. Неправильно что-то вворачиваю. Конечно, если я куда-то иду, в какое-то там место, вот я разговариваю с деловыми людьми, допустим, какой-то деловой разговор веду, да, так же вот, как я работала консультантом, консультировала людей, ну, я выражалась правильным языком, хотя нам на тренинге всегда говорили, что с людьми нужно говорить на их языке. Смотрите по человеку, как с ним разговаривать. Выбирайте, вот на каком, как говорится, языке с ним разговаривать. Подбирайте ключ к человеку. Поэтому сейчас вот я предпочитаю быть сама собой и говорить хочу так, как я хочу говорить. Вот, ну и я хочу продолжить по этому вопросу, по поводу хорошего настроения, девочки. Я всем вам желаю, берегите свое настроение хорошее. Просыпайтесь в хорошем настроении, я не знаю, старайтесь избавляться от негатива. Просто решайте проблемы. Есть проблема, надо ее решить и забыть про нее, да? И просто настраивайте себя на такой позитивный, хороший лад. Радуйтесь солнцу, радуйтесь небу, я не знаю, птичкам, пчелкам. Радуйтесь всему, что вот всему, что только можно радоваться. И все. То есть, если повода огорчаться вот такого явного какого-то нету, то нужно, значит, радоваться. И еще по этому вопросу, вот уже по этому поводу, как раз-таки еще хочу сказать: вот вопрос о хорошем настроении мне понравился, и мне хочется его продолжить. Сейчас, вот, допустим, у нас идет вот эпидемия, все мы знаем, да. Конечно, когда смотришь постоянно новости об этом, смотришь, где там, что там, все это, конечно, печалит, все это где-то там вот может огорчать, да. Люди на карантине, вот когда посмотришь даже вот какие-то ролики блогеров, сидят и не знают, им скучно, они не знают, чем заняться, а выходить из дома нельзя. Зато есть повод почитать книжку, каким-нибудь саморазвитием каким-то заняться, да. Вот мне интересно, сейчас в продуктовых магазинах, наверное, много людей, а в книжных, наверное, мало. А вот я бы посоветовала, может быть, сходить в книжный магазин, выбрать какую-нибудь книжку, может быть, не одну книжечку,
чтобы вот время пребывания дома скоротать за книгой и заняться вот каким-то саморазвитием, познать себя. Вот, познавание себя – это самое лучшее. И тогда вам в одиночестве не будет скучно, и понятие одиночества в принципе не существует. То есть, если я когда дома одна, я нахожусь сама с собой, мне с собой комфортно, я сама с собой кайфую. Мне наоборот даже может какой-то дискомфорт доставлять присутствие кого-либо еще. Вот, поэтому читайте книги и настраивайтесь на позитивный лад. Позитив – это норма. Следующий вопрос. Делаете ли вы какие-нибудь масочки, выглядите ухоженной? Девочки, ну, масочки, в общем-то, я делаю, да. Сейчас, правда, вот у дочки как-то у меня чаще бывает не до этого, забываю, в общем, как-то не до этого больше. А вот когда я нахожусь дома, когда вот раньше я все будние дни была дома, понятное дело, ну, я как минимум один раз в неделю, а то и два раза в неделю делала какие-то масочки, там, чистка, скрабики. Но, в принципе, я все это делала всегда, всю жизнь, с молоду, сколько себя помню, там, не знаю, там, когда я начала вот уже краситься и все такое, там, лет, может, 16-18-20 лет, я помню, что я постоянно ухаживала за кожей лица. И всегда мажу крем, но утром я точно крем мажу, а вечером, если у меня есть силы, тоже ж я сделаю уход какой-то и ночной крем наношу. Хотя на ночь не всегда, бывает, я просто рухнула, потом смотрела телевизор, уснула и, в общем, не сделала уход вечерний, но утренний делаю всегда уход. Поэтому, да, ухаживайте за лицом. Я просто смотрю, вот есть у меня знакомые женщины, которые моего возраста и постарше, которые крем вообще не используют для лица, то есть вот просто не используют никогда и все. И кожа, она грубеет, когда вот за ней не ухаживаете. И потом, когда вы наносите крем, даже если вы не делаете массаж лица, но в тот момент, когда вы этот крем наносите, вы уже хоть как-то что-то массируете, да? Поэтому ухаживайте за лицом. Ну, дольше сохранится лицо. Следующий вопрос. Почему бы вам не покрасить ресницы, брови и губы краской или сделать татуаж? Девочки, татуаж я делала в прошлом году на бровях. Татуаж еще сохранился, брови я сейчас не подкрашиваю, хотя я раньше подкрашивала их карандашом до татуажа. Ну, а ресницы красить не хочу. Почему? Я не знаю, я не вижу в этом необходимости, потому что я не хожу на работу, я вообще домашний человек, сижу дома, либо с ребенком сижу. Поэтому, в общем-то, я естественная. И вот какая есть все. Когда мне надо подкраситься, я быстренько раз-раз тушью подкрасилась, губки подкрасила и все дела. Не знаю, я не хочу. Потом вот этот татуаж лишний наносить. Но брови это было мне нужно сделать, потому что брови все равно я как-то вот их подкрашивала. Приходилось подкрашивать. А губы, не знаю. Карандашом нарисовала, губки подкрасила, все дела. Все готово. Не хочу. Кто-то написал, почему перестали показывать готовку, снимать и показывать готовку. Девочки, но я вам хочу сказать, вот... Потому что готовку, чтобы снять, например, да, это нужно поставить свет, нужно поставить камеру, нужно, чтобы никто не отвлекал в этот момент. Вот если, допустим, я сейчас снимаю, и меня кто-то отвлек, я поставила на паузу, там, поговорила по телефону или дверь кому открыла, потом вернулась и продолжила с этого места. Готовка, у меня уже идет процесс, у меня что-то уже готовится, что-то варится, что-то жарится, допустим, да. И в этот момент никто не должен отвлекать. Если я нахожусь у дочки, и, допустим, там ребенок, да, естественно, уже все. У меня эти съемки уже не получится готовку снимать. Поэтому я там иногда во влоге вставляю какую-то готовку, но в основном так вот какими-то кусочками вот что-то так снимаю, но не постоянно вот у меня камера там снимает эту готовку. В общем, недостаточно у меня такой возможности, чтобы эту готовку сейчас снимать. Но опять-таки, когда я вернусь уже домой и буду больше проводить времени дома, мы вернемся к этой готовке. У меня еще куча рецептиков вот из этой вот книжки рецептурной из мультикухни Redmond, которая у меня стоит. И много рецептов, которые я еще не пробовала, хочу попробовать вместе с вами. Но сейчас у меня такой возможности нет, у меня недостаточно для этого времени. Следующий вопрос. Во сколько лет вы вышли замуж? И вот интересуется, где мой муж в другом вопросе. Значит, давайте по порядку. Во сколько я вышла замуж? Девочки, со своим мужем я познакомилась на заводе.
Мне было 20 лет, мы с ним работали в одном цеху. Потом мы с ним дружили, потом мы с ним встречались, потом мы с ним начали жить вместе. Потом мы решили с ним расписаться. Мы с ним расписались. Через 2 года я решила с ним развестись. Мы с ним развелись, и потом после развода еще несколько лет жили вместе. Но уже окончательно я с ним рассталась, перестали мы уже. Мы там то встречались, то ссорились, то расставались, то мирились. Вот такая вот была кутерьма. Как человек, вот как друг, да, он прекрасный человек был, и меня он как друг устраивал. Но как муж, как семьянин, много что меня не устраивало, и я с этим боролась, и были у нас, конечно, и разлады, и расставания, и все что угодно. Потом все-таки все равно, так как семья, уже дети, и хотелось, чтобы у детей был отец, и я давала ему несколько раз шансы, но эти шансы, вот он как бы начинал исправляться, а потом опять брался за свое. Не буду никаких подробностей, вот опускаться в подробности не хочу. В общем, с мужем со своим я рассталась уже окончательно, как раз когда дочке было уже 7 лет, она пошла уже в первый класс. И я решила, что уже пора заканчивать с этим, потому что уже, в общем, я лично потеряла надежду на то, что что-то изменится и что-то улучшится. Поэтому уже он пошел жить своей жизнью, я пошла жить своей жизнью. Ну вот и скажем так, на другой вопрос, что я хочу сказать. Я не вижу разницы. Вот, допустим, кто-то поженился, родил ребенка и разбежался. Кто-то по залету поженился, родили ребенка и разбежались. Либо, допустим, женщина, которая уже за 30, она решила родить себе ребенка, но, допустим, не считает нужным ставить штамп в паспорте. И я считаю, что это нормально. А как я должна к этому относиться? Нормально это. Какой смысл в том, что я вышла замуж? Ну, мы как? Мы же жили, опять-таки, сначала без брака, потом мы решили официально все это сделать. Ну и что? Поженились мы, сыграли свадьбу. Я буквально через год уже решила, что мне нужно с ним разводиться. Но мы развелись ровно через 2 года. Хотя расстаться, вот просто окончательно расстаться, у нас на это у обоих не хватало духу, потому что чувства-то были, а вот жить совместно и как бы строить семью, не знаю, может быть, у нас были какие-то разные понятия о семье, не знаю, не могу сказать, но как семьянин, вот меня он не устраивал. Мне хотелось человека домашнего иметь для семьи, а вот он любил погулять и любил выпить. Вот и все, что я скажу. Следующий вопрос. Расскажите, как бросали курить, что могло сподвигнуть на это и почему не можете взять в один момент и остановиться. Бросала курить я 2 раза в жизни. 2 раза я бросала курить, когда вот забеременела 1 раз и забеременела 2 раз. Ну, во-первых, с одной стороны, конечно, там за ребенка ж переживала. Но, наверное, по большей части у меня просто было отвращение. Кстати, первый признак беременности у меня был, это было отвращение к дыму, когда кто-то закуривал где-то ближе 5 метров от меня. Просто не могла этот дым переносить, не могла этот запах переносить, меня от него воротило. И поэтому я естественным путем бросала. Ну, а начинала потом опять, почему? Муж курил, на работе все курили, ну, в округе все курили, в общем-то. Начинала опять из-за этого я курить. Подруги тоже все курили, все. Ну, а сейчас уже привычка такая застарелая, что, знаете, вот, честно говоря, если бы у меня была какая-то прям такая вот весомая причина, которая перевешивала бы это желание, может быть, тогда я бы и бросила. Но как бы вот причины особой такой нету, нету такой сильной никакой мотивации, поэтому вот привычка есть привычка, как бы, я без этого уже не представляю свою жизнь, но это вот уже привыкла. Кто не курит, девочки, и не начинайте, вот не нужно, потому что к этому очень быстро привыкаешь, а избавиться от этого очень сильно сложно, при том, что и когда я начинала, во-первых, это было тогда модно, во-вторых, сигареты стоили копейки. Сейчас такие цены, сейчас это все так дорого стоит. И вот, честно говоря, на это денег жалко отдавать. Но для меня это вот как дышать. Вот, ну, все, не могу. Так что я на этот вопрос ответила. Хочу, вообще, честно говоря, я не хочу этой темы касаться, потому что я против курения. Вот, если кто-то не курит, я против курения. Не начинайте, не надо этого делать.
Я рада, что, допустим, вот у меня дочка не курит, сын, ну, он там то закуривал, то бросал, он периодически бросает, то закурит, то бросает, но взрослый человек уже сам решает, но я всегда, мои дети видели с детства, что я курю, и я всегда им говорила, нельзя, не то, что я не говорила нельзя, я просто говорила, не надо, не надо, я очень жалею, что я курю. Вот мы, допустим, поднимаемся по лестнице там, да, уже выше третьего этажа, и я говорю, вот мне уже, смотри, как тяжело дышать. А раньше-то я спортом занималась, да, и бегала, и прыгала, и одышки не было, а сейчас тяжело. И вот будет то же самое у тебя, вот сыну говорила, не надо. Поэтому вот вас я просто, кто не курит, сразу скажу, и не начинайте, и не пробуйте, не нужно это совсем. Здоровее будете, дышать будет легче. Вот, ну и на этот же вопрос я сразу скажу, вот, почему не можете взять в один момент и остановиться? И вот я вам поэтому и говорю, что мне, во-первых, это сделать нелегко, а вот подруга моя одна, она уже раз 50 бросала курить. Я все время наблюдаю за этой картиной. Вот я от нее слышу, что она бросает курить уже много лет, и она продолжает курить. Это человек, который хочет бросить. А я, в отличие, вот ей говорю, я, ну, как бы, вот я даже и не думаю об этом просто. Я думаю, что если бы чего-то сильно захотела, может быть, я и смогла бы, но, наверное, у меня недостаточное желание, скорее всего. Ну, и на вопрос, во сколько лет вы вышли замуж, ну, я уже, наверное, ответила, да, я с мужем познакомилась, когда мне было 20, потом мы с ним жили, расписались, развелись, и, в общем, я замужем была 7 лет, из них только 2 года у нас был официальный брак. Вот во сколько, прям уже трудно сказать мне. Я считаю, что это вообще не имеет значения. Вот не имеет значения. Если вы уже совершеннолетние, вы имеете право выйти замуж. Выходите, если считаете нужным. Если считаете нужным выйти замуж в 30 лет, ну и пожалуйста, я к этому очень спокойно и ровно отношусь. Следующий вопрос. В молодости вы красиво пели. Сможете ли вы для нас спеть? Вот в том-то и дело, что красиво я пела в молодости, а сейчас я красиво спеть уже не смогу. Уже голос не тот, я много лет уже не пою. Когда, вы знаете, вот когда человек поет постоянно, регулярно, ведь голосовые связки, это, ну, как бы сказать, это там мышца вот какая-то, да, она разрабатывается, это все равно, что заниматься тренировками. Вы все равно, когда занимаетесь тренировками, у вас мышцы в тонусе, также голосовые связки. Если вы хотите петь, нужно петь просто все время, постоянно, каждый день. Это тренировки. Пойте дома, распевайтесь дома. Просто пойте, просто для себя пойте. И тогда у вас будут голосовые связки. Вот если вы, допустим, ходите на какой-то там вокал, вам там могут просто подсказать, подкорректировать, как правильно дыхать, там мембрану держать и так далее, прочее, округлять этот звук и все такое прочее. То есть вам могут помочь немножечко вас подкорректировать. Но, а если вы только ходите на вокал и поете только там, а больше нигде никак не поете, то тогда, ну, голос будет неустойчивым, неуверенным, как слабая мышца, скажем так. Поэтому вот я много лет уже не пела, и сейчас вот так вот вдруг запеть я не смогу. У меня ерунда какая-то получится, потому что голос меня не будет слушаться. Но у меня хороший слух. И вот я, когда смотрю передачу «Голос», я слышу каждую нотку, если где-то четко кто-то поет или где-то что-то сфальшивили, вот это я слышу. А вот самой воспроизвести звуки сейчас, вот такие, какие я воспроизводила в 96-м году, сейчас не смогу. При том, что я работала певицей, я на всяких конкурсах выступала самодеятельности, на заводе, на предприятии, где работала. Я работала певицей в ресторане, поэтому... Пела, как говорится, каждый день, по несколько часов в день. Понятное дело, что голос стал уверенным, четким и, в общем, ну и красивым, соответственно. Следующий вопрос. Боитесь ли вы публики? Как бороться со своими страхами? И еще здесь был вопрос, сейчас я его не вижу. Как вы стали блогером? А, я его просто не выписала. Как вы стали блогером? Что вас сподвигло на это? Вот на все это сразу я хочу ответить. Ну, во-первых, блогером я бы так сама вдруг не стала бы, потому что мне бы в голову это не пришло. Но так как моя дочь уже была блогером уже не один год, я видела, как она снимает, и сама мелькала в кадрах не раз у нее видосов в ее.
Ну и кто-то из ее подписчиков писали, почему ваша мама не снимает, а почему бы ей не стать блогером, в общем, как бы вот, не знаю, вот такую посеяли такую мысль. И, в общем-то, я дочке сказала, ну почему бы нет, давай попробуем. В общем, попробовали, уже больше года я блогер. С декабря еще не прошлого, позапрошлого года, это уже как я начала снимать видосы, выкладывать уже в Ютубе. Поначалу я стеснялась, я боялась, знаете как, я не боялась, я не трусливый человек, в принципе. Немножечко стеснялась и немножечко мне было непонятно, как это говорить на камеру, смотреть вот в объектив, вот в эту дырочку, вот в эту точечку, куда я сейчас вот должна смотреть. Мне глаза поднимаются смотреть на себя, мне проще даже самой с собой как бы разговаривать, да, то есть, чем смотреть на какую-то непонятную точку, кажется, с невоодушевленным лицом разговаривать. Вот эта сложность, которая я несколько месяцев вот пыталась с нею как-то вот срастись. Потому что я работала, опять же говорю, продавцом-консультантом в магазине, и мне очень важно видеть глаза собеседника. Очень важно видеть лицо и глаза собеседника. И я в этих глазах я вижу реакцию на свои слова, на свой разговор, да, то есть я веду разговор с человеком, и даже если человек молчит и меня слушает, я уже читаю по глазам его реакцию на мои слова. А здесь я не вижу этого, вот этой отдачи нет у меня. И вот в этом заключается какая-то сложность. Ну, в принципе, я сейчас уже привыкла, поэтому просто вот говорю и говорю то, что считаю нужным говорить. Иногда посматриваю на себя, это хорошо, что вот в этой камере я вижу себя. А вот у дочки другая камера, там, где нету этого экранчика, где можно увидеть себя. Я даже вообще не вижу, где я там нахожусь, себя ли я снимаю или где-то свое плечо. Вот мне вот с такой камерой было бы, наверное, трудно работать. Дальше поехали. Да, и вопрос, боитесь ли вы публики? Вот как раз-таки публики я и не боюсь. Я, в общем-то, не знаю, прирожденный, наверное, оратор. У меня еще в молодости было такое, когда я вижу, допустим, толпа народу стоит растерянная, не знает, что делать. А я, как самая смелая, не знаю, беру тогда инициативу в свои руки и громким голосом я могу вещать и говорить людям, что им надо делать, куда им надо, допустим, обратиться, куда пойти и так далее. Вот для меня, знаете, даже, наверное, в гороскопе пишут, Овен – это вообще прирожденный полководец. Ну, наверное, это про меня. А как бороться со своими страхами? Ну, девочки, знаете, нужно просто вот, наверное, брать и идти. Ну, нужно понять, а чего вы боитесь больше всего в жизни? Вот больше всего вы боитесь, допустим, смерти, да? Ну, грубо говоря, так большинство людей. А если вы идете на собеседование, вот на прием на работу, вам нужно пособеседоваться там для того, чтобы вас на работу приняли или не приняли. Я знаю, у некоторых людей есть такой страх перед начальством. Ну, подумайте о том, что этот начальник – это такой же человек, и там также одна голова, две руки, две ноги. Он также иногда пукает. Ну, так, если для себя, если вас успокоит это, может быть, да. Также чавкает, может быть, там дома или еще что-то. Ну, обычный человек. И ничего страшного, если вы пойдете и с ним пособеседуетесь. Если вы просто расскажете там что-то про себя, что-то о себе. Бояться не надо. Начальство такое же, вот такие же люди, как и мы с вами. Также какие-то звезды там, да. А кто их сделал звездами? Ну, люди и сделали звездами. В общем, не надо ничего бояться. Нужно своему страху смотреть в лицо и нужно преодолевать этот страх. Вот вы знаете, я всю жизнь вспоминаю вот сейчас, что я преодолевала свой страх. Я вот просто шла напролом и думаю, что будет, то будет. И все. Вот так вот я боролась со своим страхом. И терпеть не могу, когда мне приходится чего-то бояться. Я просто стараюсь это все быстро закончить, все это обрубить и жить, и ничего, и никого не бояться. Вот так вот. Не бойтесь. Не бойтесь и все. А кто-то пишет, очень люблю слушать ваши рассказы о жизни, о работе. Буду рада услышать еще. Ну, девочки, в общем-то, много чего интересного порассказала. Есть еще много чего интересного было бы порассказать. Но, честно говоря, некоторые какие-то темы, вот, наверное, мне, может быть, пока не хочется затрагивать, может быть, я к этому еще пока не готова о чем-то там рассказывать, о каких-то вещах. А с другой стороны, мне сейчас, честно говоря, вот и некогда. Для того, чтобы что-то рассказать, нужно просто что-то вспомнить, нужно
поковыряться еще в прошлом. Вот еще что хочу сказать. Я ужасно не люблю вспоминать. Вот не люблю вспоминать. То есть для меня прошлое – это уже ушло, и его уже не будет. Какой смысл вспоминать? А хорошее там было что-то, тем более либо плохое что-то вспоминать. Вот ни хорошее, ни плохое, никакое. Вспоминать я прошлое просто не люблю. Есть люди, живут прошлым. Ну, знаете, пока вы несете груз прошлого на плечах, у вас не видно за этим прошлым, не видно будущего. Я не люблю размышлять о будущем тоже, потому что размышляя, не размышляя, оно какое будет, такое будет. Вот я живу настоящим, сегодняшним днем. Я живу здесь и сейчас. Поэтому, может быть, для вас я что-нибудь и рассказала, вы какие-то рассказики, но у меня сейчас на данный момент и нету возможности такой, потому что у дочки, в общем-то, мне вообще не до этого. Здесь я бываю редко, мало дней, и тут я уже, честно говоря, прихожу и не знаю, вот, что мне быстрее сделать, и отдохнуть охота, а еще надо что-то поснимать, что-то смонтировать. Поэтому, может, как-нибудь и расскажу. Как-нибудь. Ну и последний вопрос. Расскажите про ваши школьные годы. Нравится ли вам какой-нибудь, нравился ли вам какой-нибудь одноклассник? Как вы учились? Девочки, школу не любила, хочу вам сказать сразу. Училась, в общем, так себе. У меня либо тройки были, либо пятерки были. В зависимости от того, как я относилась к преподавателю. Вот если мне преподаватель нравился, у меня были пятерки. Я училась на отлично по этим предметам. Если мне было на уроках скучно, если преподаватель не нравился мне, либо я этому преподавателю не нравилась, понятное дело, что у меня были тройки. Вот у меня с цифрами все хорошо. Черчение, геометрия, алгебра, сами по себе вот эти вот предметы, они мне нравятся. Но у меня по ним была тройка. Нет, по черчению у меня было 4-5, вот так. Но у нас по черчению была просто другая учительница. А алгебру, геометрию у нас вела учительница, она была у нас классным руководителем. Что-то у меня с ней отношения как-то вот были такие. Мне кажется, она меня недолюбливала, я ее тоже как-то не взаимностью тоже не было. Вот. Я не любила домашнее задание делать, вот за это вот двойки иногда получала, за не сделанное домашнее задание. Хотя вот на уроке, когда она нам объясняла новый параграф там, допустим, я хватала на лету сразу, то есть вот все. И она всегда говорила, кому непонятно, поднимайте руки. Если мне хоть чуть-чуть что-то было непонятно, я не боялась, поднимала руку, шла к доске, и она уже вместе со мной повторно объясняла вот те моменты, которые были непонятны. Поэтому вот я могла смело учиться на 4-5 по этому предмету, но у меня была твердая тройка, и бог с ним, не переживаю. Зато у меня была отличная физкультура, я занималась спортом, у меня было пение отлично. Была у нас замечательная учительница по химии, вот когда у нас только ввели химию, и первые четверти, первые там 2-3 четверти у меня была пятерочка, потому что химичка была у нас обалденная, очень приятная женщина. А потом она уволилась, на ее место пришел другой учитель, и все. И у меня уже, значит, следующее поставили мне в следующей четверти 4, а потом пошли уже тройки, все. То есть я уже к химии стала относиться так же, как и к другим предметам нелюбимым. Ну и потом география, история, вот это вот учить, вот эти заучивать даты, там континенты, не знаю, не любила. Это были скучные предметы, скучные учителя. Не любила я их учить. В общем-то, не очень-то, честно говоря, любила, в принципе, я школу, потому что все время жаловались родителям. Там. Я любила повеселиться. Мне поведение 2 ставили за то, что я не ходила вот с троем. За то, что я не ходила с троем вместе со всеми. Знаете, вот я какая-то индивидуальность и все. Поведение 2. Все. Нравился ли мне какой-то одноклассник? Да, мне один мальчик нравился в классе, но мы с ним постоянно дрались. Я приходила домой, говорю, мам, вот мы опять там столиком подрались. Она говорит, ну, значит, ты ему нравишься. Вот за косички дергают как раз девочек, которые нравятся мальчику. Вот. Я не знаю, ну, может быть, он мне и нравился как-то, но так как это мы были дети, то есть вот каких-то мыслей там о каких-то там, ну, других взаимоотношениях в голову не приходило. Это были еще какие-то такие, знаете, там 5-й класс, не знаю, 4-й класс.
Да, я не знаю, до 8 класса вот мы с ним все время, знаете, закусывались, постоянно закусывались. Он меня задирал, а я ему все время давала сдачу там или что. И я при том, что занималась спортом, я говорила, я занималась плаванием сначала, потом гандболом занималась. Я была спортивная, была сильная физически, хотя была худенькая, такая щупленькая, худая вообще была. Но в обиду себя не давала. И, кстати говоря, на уроке физкультуры, у меня там, конечно, была пятерка, так как я была спортсменкой, и всех, кто меня вот обижал, когда уже нам нужно было подтянуться, отожаться, пробежать и так далее, прочее, ну, все одноклассники видели, что я физически очень хорошо подкована, поэтому со мною не связывались. Пытались иногда там кто-то обидеть, ну, я, знаете, я сначала ввязывалась в драку, и потом только до меня доходило понимание, что вот я, например, сейчас треснула пацана, который на голову у меня выше. А что я получу сдачу, мне в голову такие мысли не приходили. Ну вот такая. Я никого не задирала первая, но в обиду себя не давала. А с этим мальчиком, с Толиком, как-то получилось так, что 1 сентября, я не помню, то ли это где-то, наверное, класс 5 был. 1 сентября я немножечко в школу опоздала. И обычно мы, вот когда наступал новый учебный год, и садились за парты, ну, кто с кем хотел. И получилось так, что я в класс зашла уже последняя. И свободное место было за партой у Толика. Ну, и я села к нему. И вот мы несколько месяцев, наверное, сидели с ним за одной партой, пока нас не рассадили. А рассадили нас почему? Мы постоянно с ним дрались. И даже на уроке иногда. Потому что он, знаете, он меня под партой ущипнет такой вот втихаря. А я учебник беру, хрясь его по башке. И мне сразу выставляли из класса. Ну и там поведение 2 писали. Там меня родители ругали за поведение 2. Ну вот такие дела были. Потом нас рассадили, потому что мы с ним все время закусывались. Там то дрались, то не знаю, мутузились там что-то. Так-то не ругались, не ссорились, хотя из-за этого потом и ссорились. Ну вот как-то так. Как-то так было. Ладно, девочки, вот на этой позитивной ноте хочу закончить это видео. Оно оказалось длиннее, чем я хотела. Ну, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.